Чуть даже почти они не поженились, но все-таки не поженились. Мы кажем, нам кажется... Я когда-то собиралась поступать в медицинский институт, но не давали покоя лавры Чехова, Булгакова. Вот. Но в итоге не поступила, но очень часто, если какая-то медицинская тема в романе, она, как правило, идет не от Сережи, а от меня. И, естественно, ну, консультируемся с врачами очень много. И даже вот, например, я делала коррекцию зрения. Но мало того, что, значит, врач мне исправила зрение, я потом долго ей писала и задавала различные вопросы про там, ну, слепая была героиня, как она себя чувствовала, какие у нее были шансы на излечение.